Здравствуйте, дорогие ребята и взрослые! Сегодня я хочу вам показать, как можно сделать открытку 23 февраля, Дню защитника Отечества. Вот такой образец у меня. Для того, чтобы сделать такую открытку, нам понадобится цветной картон, цветная бумага, клей, карандаш, ножницы. Значит, для основы открытки берем картон белой бумаги, складываем его пополам. Получится вот такая заготовка. Затем берем шаблон, вот такой у меня шаблон, и кладем его вот сюда, вот так вот. Так, проводим карандашом и вырезаем вот эту часть. Получится вот такая заготовка. А затем, значит, мы с вами делаем российский флаг. Для того, чтобы сделать, значит, белая у нас линия уже есть. Затем берем половинку цветного листочка синего и вкладываем его вот так вот внутрь этой заготовки и приклеиваем. Затем берем тоже заготовку красной бумаги, вот такую полосочку, и приклеиваем вот так вот, в таком положении. И получится вот такая основа, российский флаг. Так, затем вырезаем по шаблонам звездочки, вот эти самые маленькие звездочки, и приклеиваем их вовнутрь наши заготовки, вот так вот, для украшения. Так, и получится. Так. Вот такая заготовка, вот так вот. Затем берем плотный картон, нам нужен плотный картон, и вырезаем из него цифры 2 и 3. Значит, цифры должны быть вырезаны из очень плотного картона, чтобы они держали форму. Так, и приклеиваем их сначала тройку, а затем двойку к нашей основе. Так, для оформления открытки еще нам понадобится звездочка. Вот такая вот. Значит, берем три звездочки разного формата. Значит, берем вот такой формат, затем приклеиваем к ней поменьше звездочку и уже к этой основе приклеиваем самую маленькую звездочку. Вот так вот. И получится как раз вот такой, такая звездочка. Так, затем мы ее приклеиваем к нашей уже открытке, готовой почти, вот так вот, и получится вот такая открытка, замечательная открытка, поздравительная. Ну, поздравительные слова можно написать вот на эту сторону. Так. Спасибо за внимание, поздравляю всех мужчин и мальчиков с праздником Днем защитника Отечества.